Лёха, короче, я, мягко говоря, маман сегодня принесла эту бумажку. Я когда прочитал, сразу подумал, как свалить из дому. Мне еще повестка даже не приходила, они уже договорились, куда меня засунуть. А если меня, как твоего батю, отправят куда-то на учение, а потом на Украину закинут? Короче, сейчас вообще не знаю, что делать. Идти, не идти. Короче,